Региональный этап форума «Педагоги России» проходит в Башкортостане уже второй раз. Первый этап был проведен в декабре 2017 года. Он проводился на базе Башкирского государственного университета. А сегодня, вот в апреле 2019 года, мы очень благодарны, что нас тепло и радушно принял в своих стенах Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы. Форум представляет собой объединение педагогов Башкирии в одном месте с целью информировать всех педагогов о тех новинках, которые сегодня очень внедряются в систему образования, как и дошкольного образования, так и среднего образования. Форум проводится 2 дня. Первый день посвящен дошкольному образованию, второй день – среднему образованию. И, как уже показала практика, педагоги очень довольны, они пишут очень положительные отзывы. Рады тому, что они посетили это мероприятие, поскольку на этих семинарах, которые мы проводим, а их у нас более 20 в день, педагоги просто разрываются, куда пойти и что посмотреть, а точнее, кого послушать, поскольку мы привезли спикеров, тьюторов со всей России. У нас присутствуют представители Международной академии дошкольного образования, тьюторских центров из Екатеринбурга, из Ярославля, из Москвы, поэтому встретиться с авторами разработок вашим педагогам очень важно, нужно и полезно. По окончании форума каждый педагог получает от дирекции форума «Педагоги России» диплом, который свидетельствует о том, что педагог прошел обучение на нашем форуме, и дополнительно мы даем возможность бесплатного прохождения дополнительной образовательной программы для каждого педагога по различным программам, то ли 24 часа, 36 часов, либо 72. Это уже в свободное время педагоги проходят их на нашей платформе, которую мы организовали, опять же, повторюсь, бесплатно для них, на платформе педагоги.онлайн. Это социальная сеть Российской Федерации, это профессиональная социальная сеть педагогического сообщества. На этой платформе педагоги могут обмениваться своими личными методическими разработками, делиться с другими коллегами, поскольку сегодня в социальной сети педагоги.онлайн состоит более 170 тысяч педагогов нашей необъятной страны, от Калининграда до Владивостока. И очень здорово, что вот за эти 2 дня, мы думаем, что около 2000 педагогов из Башкортостана присоединятся к нашему педагогическому сообществу.